Так, все. Okay. А я пешка. И сегодня мы снимаем передачу под названием «Осел и пешка». Мы оказались в Индии, и меня зовут Дмитрий, у меня, кажется, 0 рупий в кармане. А я Самита, и у меня столько денег, что я могу шиковать, гулять сколько хочу. Ну а я буду выживать и пировать по-другому. Привет, ну что ж, я в Бомбее, жрать нечего, денег нет, у меня есть кокосы. Сейчас попробуем достать один. Так, достань. Вот такой сундук полный шмоток. Мама Москва, как же я тебя люблю. Как можно было так засрать речку? А мне бы это не мешало, очень хочется помыться. Ладно. Вороны москвички меня разбудили. А мы сейчас с моей подружкой Воронами будем плавать в этом шикарном бассейне. Дима, привет! Где ты там плаваешь? Вот я не грязь. Очень голодно, я хочу горох. Неплохо. В своей группе за килограмм я возьму себе 6 стручков. Спасибо. Шуя. Ух ты. Какое наличие блюд в одном блюде. Удивительно. Итак. Индусы любят все спать. Все спать, спать. Воняет жарко, денег нет, и я понимаю, что на 10 рупий лучше всего купить тростниковый сок. Я слышал, что в сахаре много энергии. Стрёмно, мухи вокруг летают. Ну, вкусно, но стрёмно. Сегодня в Индии Merry Christmas, Merry Christmas, на-на-на-на. Сегодня вот Ахмед помог мне доехать сюда бесплатно. Много народу, Рождество. Я попробую добыть немного денег, потому что без них хреново. Но если бы у меня были деньги, я бы взял бы у тебя чайку. Чайку мне предложил. Аза, ты? Не-не-не. Итак, мы нашли Дед Мороза с мешочком в Индии. Индийский Дед Мороз. Классно, он существует, мама, ты меня обманывала, столько лет. Уле, уле, я солдат из побед, и у меня под глазами мешки, я сам не видел, но мне так сказали, я солдат. И у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. И знаете, где сейчас нахожусь, сладкая девочка находится в сладком домике? Представляете, все это настоящее печенье. Это крем заварной. Это все это мушечки и пирожники. Халява. Мой первый заработок на пляже. Я уже заработал 10 рублей. Я могу взять булочку. Это особый.
Ух ты! Представляете, это натуральный мрамор. И история этих тарелок... Ух ты, он все мне дает и дает. В общем, одна такая тарелочка стоит... вот это стоит 6955. Представляете, вот это все натуральные камни. Натуральные камни. Сначала, значит, сделали эту тарелочку из мрамора, потом выпили формочки для этих камней и вставили туда натуральные камни. И чтобы проверить, натуральные они или нет, нужно их подвести вот к свету. Вообще они должны... This work is responsible. Что? Like eight and four limbs. Also make responsible turquoise. Товарищ оператор, что really responsible. Что крутые камни. Крутые камни. Всего-то по 6955. Окей, okay, все, можете не перестать мне ждать тарелочки. Все, я их не куплю. А вот есть подставочки. Подставочки под чай. Вот кружечки, очень красивые тоже. И Тадж-Махал. Кстати, Тадж-Махал, если вы будете в Тадж-Махале, обратите внимание на то, что Тадж-Махал тоже сделан по такой технологии. Он, во-первых, выполнен полностью из мрамора, во-вторых, обратите внимание на резьбу и обратите внимание вот на такие же вкрапления из камней. Представляете, огромный Тадж. Если такая тарелочка стоит 2000, 3000, сколько же стоит Тадж-Махал? Матко, мама Марима. Сейчас пытаюсь договориться о ночлеге здесь, в трущобах, потому что больше негде. А на дороге как-то не очень круто, я попробовал. Студенчика, я не знаю, сегодня в шикарном номере. Не знаю, где ты сейчас, ты спишь, но слава богу, что мы попали не на Аляску, а в Индию. Спокойной ночи. И надеюсь, тебе сейчас тепло и уютно. Кстати, на улице говорят, Бог спит. Не, на самом деле все круто, потому что тепло. Ладно, спасибо этому дому. Я пошел. Итак, прямо в Мумбаи, в центре Мумбаи, где океаны, моря, поля, цвета и добрые индусята. О, жизнь ты прекрасна, о, жизнь ты прекрасна вполне, бываешь немного опасна, ой. Возьми мое сердце, обо мне, поверь мне, что все не напрасно.